правильно, когда у нас вот передний фронт строба, по которому происходит запись, попадает, значит, на время, когда у нас меняется входной код. А меняется он не одновременно. Та шина, которая, ну, вернее, та линия была 0 и осталась 0. Ну, можно считать, что она мгновенно записала информацию, потому что она не изменилась. А если какая-то линия, значит, меняется от 0 до 1, то этот фронт, соответственно, какое-то время занимает. И вот минимальная, да, флуктуация этого переднего фронта в рамках вот этого смены информации будет приводить к ошибочной записи или вообще записи непонятно чего. Часть кодов предыдущего, часть нового, да, ну и, как говорится, кому это надо, это ошибка. Поэтому вот обязательно должна вот быть такая временная диаграмма, когда запись происходит тогда, когда коды имеют устоявшиеся значения. И это, кстати, одна из причин чего? Сбоя в работе цифровой техники. Вот компьютер, товарищи, мы разгоняем, допустим, по частоте, хотелось бы побыстрее, чтобы он работал, а вот эти импульсы, они, опять же говорю, это мы в идеале их так рисуем прямоугольными, они такие более плавные, кажется, и вот вдруг оказывается, что слишком быстро меняется эта информация, вот, и у нас уже вот этот строп, кажется, растягивается и может попадать на вот эти моменты, когда меняется информация, и тут же у нас, кажется, сбой. Синий экран смерти, если это там графика, допустим, и, как говорится, ресет, и все с нуля начинаем. Поэтому вот такая временная диаграмма, которая показывает, товарищи, как реально записывается и информация в регистре. Но опять входной код, товарищи. Входной код – это какая-то общая шина данных. Вот мы говорили, шинная организация. Вот это входной код, соответственно, множество регистров может быть одновременно подключено к этой шине данных, вот, и в зависимости, куда мы, соответственно, куда приходит этот импульс записи строп, вот, соответственно, записывается. Ну, здесь, кстати, видите, вот есть write enable, это, значит, вход, который влияет на микросхемы, это работает активно или не работает. То есть, если мы вот так, как здесь жестко завязано write enable, вот, то, соответственно, она способна, да, вот по стробам воспринимать эту информацию и записывать. Если мы ее, как говорится, деактивируем, вот по-другому это называется chip select, то есть мы можем выбирать, если множество вот таких регистров. Это фактически так, как память организована. Те же самые регистры, только не в виде D-триггеров, а там другая реализация. Но идея та же. Множество параллельных запоминающих ячеек, которые вот по фронтам или по другим командам записывают, а потом хранят свою информацию. Поскольку их много подключенных к шине в параллель, то мы, например, по вот этому входу можем выбирать адрес, да, в какой именно регистр мы хотим или ячейку памяти записать эту информацию. Поскольку емкости одного регистра или ячейки памяти недостаточно, их множество в параллели. Мы выбираем, в какую именно ячейку писать эту информацию, вот в том числе по этому входу. Это, товарищи, что касается параллельных регистров. Есть какие-то вопросы? Понятно это, товарищи? Идея и вот такая временная работа. Да. И зачем это надо? Еще раз говорю, товарищи, это, вот, ну, если D-триггеры предыдущие, это такие элементы, которые, ну, как бы кирпичики начальные, но сами по себе они вот в виде одиночных микросхем, ну, практически не используется, да, вот в рамках цифровой техники везде уже используется более высокого уровня устройства, и вот параллельный регистр – это как раз то, что везде и всюду, и сплошь и рядом, вот.
Ну, опять пример параллельного регистра, товарищи. Вот микропроцессор работает, надо сложить два числа. Как это происходит? Вот в ЦПУ есть ALU, арифметико-логическое устройство. Вот, и в нем есть два регистра по два операнда. Это и есть параллельные регистры. Поэтому, ну, кто ассемблер знает, соответственно, там по одной команде там, мы копируем информацию из какого-то там по адресу куда. Вот в первый регистр этого процессора, да, запоминаем в параллельном регистре. Вот. На втором такте, соответственно, второй оперант во второй регистр. Ну и вот ALU, это, как говорится, более сложное устройство, которое может с вот этими, как говорится, содержимым этих регистров делать арифметические операции. То есть, например, вот сложение, да, ну, базовое. То есть он складывает вот информацию, хранящихся в двух параллельных регистрах, ну, соответственно, с переносом в старший разряд. Ну, вот мы когда там позиционные системы будем изучать, еще вернемся к этому. Вот вам, как говорится, без этого никак. Параллельные вот эти регистры, это, как говорится, такое базовое устройство любой цифровой техники. Ну, а теперь вернемся к вот сдвиговому регистру. Ну, опять, товарищи, вопрос. Так, я, кстати, не отметил, кто правильно про клавиатуру сказал тогда, сообразил. Про клавиатуру Амина Муртазина, FB82. Да, сейчас, секундочку. Найдем наши списки активности. Да, ну вы тут в лидерах. Значит, вот это одно, товарищи. И второе, давайте вот... Идея вот сдвигового регистра, ну, как говорится, в параллельном регистре я вас убедил, зачем это надо, да, то есть это вот запоминающее устройство, байт и, как говорится, какие вопросы. Понятно, что это необходимо, да, записывать информацию, хранить, и считывать потом из этого регистра как источника уже информации и так далее. А вот этот вот сдвиговый регистр, как вы думаете, товарищи, зачем он нужен? Значит, ну так вот по описанию, он как бы линия задержки. Ну так, это, как говорится, так по виду можно понять. А как вы думаете, вот где еще может находить и сплошь и рядом используется, и он принципиально необходим и очень востребован, вот этот сдвиговый регистр? Когда он может использоваться и должен. Ну, давайте я вам, как говорится, вспомогательную такую наводящую подсказку. Значит, вот он должен быть не просто в таком виде, как он здесь нарисован, а, соответственно, вот если мы сделаем выводы наружу из вот этих промежуточных соединений, когда выход вот соединяется со входом последовательно, но мы наружу выведем с вами, значит, вот, ну, это как были у нас кто? Делитель и счетчик, да, чем отличается? Это тот же делитель, только с выводом промежуточной информации. Тоже, там тоже последовательно у нас включался набор каких? Т-триггеров счетных, а здесь Д-триггеры, которые запоминают информацию. Так вот, если мы выведем вот эти промежуточные точки наружу, да, внутренние, то как вы думаете, значит, какое такое применение, да, необходимое у этого сдвигового регистра по сути своей? Чтобы она, может, реагировала на наши команды? Ну, это вы так, команды, это... Ну, если ее запрограммировать? Нет, ну что тут программировать? Это же D-триггеры, которые работают. Вот у нас вход CS, пришел фронт, он запомнил то, что у него на входе D. Все. Вот
соединение вот это внутреннее остается, то есть выход предыдущего, соответственно, со входом следующего. Вот такая цепочка последовательно включенных этих. Тут, кажется, ничего более сложного нет. Вот какой принцип действия D-триггера срабатывает по фронту, и вот весь его алгоритм. Но как вы думаете, зачем, да, вот, где он сплошь и рядом используется и, кажется, необходим? Ну, для битового сдвига. Ну, а зачем нам сдвигать эти биты? В степень двойки подносить. Нет, ну тут не совсем так, товарищи. Ну, попробуйте, да, вот сообразить. Вы это, конечно, знаете, только вот это как раз аппаратная часть, на которой это реализуется. Вот это. Ну, надо только сказать, что это. Какой процесс? Преобразование чего во что? Вот. Ну, уже... Какого кода в какой? Я уже так... Десятичка в двоичный. Нет. Как тут десятичный? У нас же тут бинарные везде. Для операции со знаковыми числами. Нет. Возможно, шифрование просто, нет? Возведение в степень, может. Нет, товарищи. Еще раз, ну давайте я сделаю, чтобы это я так говорю. Может быть, оно... Print вставить. Значит, вот что я имею в виду. Мы делаем вот здесь промежуточные, вот здесь выводы, как я вам задекларировал. Вот. Вот у нас... Соединения остаются, только мы вот делаем, ну, тут, соответственно, тоже где-то там, ну, если это цепочка. Вот у нас есть, ну, суть та же, набор последовательно включенных триггеров, только вот в данном случае, так как это нарисовано, это вот сдвиговый регистр или линия задержки. А если мы вот сделаем, вот, как говорится, ну, обогатим только тем, что сделаем вот эти дополнительные выходы. Что это по сути своей у нас получается? Ну, генерируем. Вы, как говорится, методом... Массив данных? Ну, массив данных только... Какой вид в какой преобразуется? Какой код в какой в данном случае? Двоичный, шестнадцатичный? Нет. Ну, один вход во много выходов. Ну, а по сути своей то же самое, только если понимать. Какое у нас представление информации может быть? Ну, если вот абстрактно, 8 бит, как мы их можем передавать или вот в каком виде они могут у нас... Графично, возможно. А? Графично? Нет, ну не графически, а вот ну, в виде... Octal, decimal в octal типа переходит. Нет. Как вам еще помочь? Может быть, это как потоковое шифрование или потоковое кодирование, нет? Не подходит? Ну, шифрование – это ж сложная операция. Тут она простейшая. У нас, вот, как говорится, тот же самый набор нулей и единиц, только вот он сюда. Возможно, вот преобразование из цифрового аналога? Нет, это... Ну, то, тут, мы... наверное, удобно преобразовывать двоичное число в десятичное. Нет, это декодеры. Вот мы с вами рассматривали. Двоичные в десятичные. Это немножко другое. Наверное, двоичные в восьмеричные. Товарищи, не связано с системами счисления. Это ни в каком виде. Ни двоичные, ни шестеричные, гексагональные и прочее. Ну вот у нас еще раз. Какая-то последовательность информации на вход поступает. И мы по тактам ее вот, ну тут она нерегулярна, вот у нас как-то набор этих
говорится, идет тактовая, ну, частота тактовая, да, и мы вот по фронтам, значит, а информация здесь, ну, какая, какая-то там, значит, мы ее вот поступает, вот, перезаписываем ее, она фактически повторяется на выходе, а вот если мы вот здесь ее, как говорится, отловим или увидим, что это по сути своей? Ну, товарищи, спишем это на недостатки моего методического... Это стек, что ли? Стек? Ну, ближе только... Стек, что в нем происходит? Ну, стек, там... запоминаются данные. Ну, стек, оно по кругу ходит, значит, куда-то там это, а потом назад, да, стек этот. Тоже фактически сдвиговый, да, одна из разновидностей, только здесь она слева направо, а там может и... по стеку и записываться, и выниматься из этого стека в двух направлениях. Тут просто как дублирование идет? Или? Ну, дублирование, только чего и в каком виде. Информация-то не меняется, мы же никак ее там логически не обрабатываем, не умножаем, там логические операции тут не делаются. Что по сути происходит? Ну вот, это что? Трансформатор. Вот это вот. Нет, ну я в виде скобки такой, ну как бы объединяющий. Вот. Что по сути происходит, если... Ну давайте уже совсем. Вот мы на вход подали 8, 1 байт, 8 бит подали. 8 бит. 8 бит. И подали 8 тактовых импульсов. Что у нас вот здесь будет на этих выходах, которых тоже 8. Ну, предположим, тут 8 этих D-триггеров. Ну, из каждого выхода по 8 будет. То есть мы как-то раздублируем. Как по 8. С каждого выхода ж по одному. Только что будет? Вот мы 8 бит информации... Вот меняется информация, 8 тактовых импульсов. Соответственно, вот эта информация, как говорится, записалась, да, вот в этот набор, если их 8 D-триггеров. А потом мы смотрим вот на эти выходы, вот одновременно их, как говорится, анализируем и смотрим, что у нас произошло. Товарищи, преобразование последовательного в параллельный код. Вот и все. Последовательный в параллельный. Потому что информация может представляться вот либо последовательно по тактам. Вот у нас одна шина есть, да, и какой-то набор данных. Вот. Это одна шина и последовательное представление информации. Вот у нас ось времени, да, времени. Но когда мы вот эти 8 бит здесь записали и анализируем состояние, то это не что иное, как представление вот этой информации в параллельном, когда у нас 8 независимых шин, вот, и на каждой из них находит, вот тут она у нас последовательно 0,1, 0,1 и так далее, 0,1, вот. А здесь она в параллельном виде представляется, 0,1 и так далее. Вот что я хотел, как говорится, добиться. Так, это, товарищи, к вопросу о шинах, чтобы вы, ну, как говорится, представляли. Вот в цифровой технике основные шины какие? Шина адреса и шина данных, они какие? Параллельные. Вот это разрядность системы операционной. 32. Что значит 32-битная система, товарищи? Это означает, что шина адреса имеет 32 независимых, вот, ну, видите, у нас, к сожалению, я анонсировал, но из этого карантина мы не провели занятие практическое по компьютерам, да, я бы вам показал, как это выглядит. Это 32 дорожки, на которых независимо, соответственно, каждый из них 0 или 1. Это параллельная шина данных. Для чего? Для быстродействия, потому что все одновременно. И вот
то, что мы временные диаграммы, я вам показывал для регистров, вот эти вот изменения, да, вот так, а потом в какой-то момент идет вот такое перекрестное изменение, да, это и есть изменение вот этой шины, на каждой из которых свой ноль или единица. А последовательное, товарищи, это вот флешка у вас работает, сколько? У нее же там 4 контактика, товарищи, значит, плюс 5 питания, вот флешка, значит, земля и, соответственно, там D плюс, D минус, то есть чтение и запись. Вот, вот, вот и все. Там последовательно, вот информация передается последовательно, то есть проводов минимум, вот, или контактов, да, и данные передаются в последовательном коде. Вот, поэтому в цифровой технике везде и всюду, товарищи. Вот, допустим, винчестеры, но опять, видите, я вам не успел рассказать. ID – это старый, когда стандарт, вот шлейфы такие широченные в компьютере. Значит, они ушли в прошлое, там максимальная частота 133 МГц, по которой работал вот этот шлейф. Ему на смену пришел что? SATA, Serial. Значит, вот интерфейс знакомый вам. S – это сериал, последовательный. Вот, то есть там 150 мегабит, потом 300, и пошло, да, развитие. Вот. Сейчас уже SATA скорости не хватает, но это последовательный интерфейс, товарищи. В нем вся информация передается последовательно. Вот, вот этот M2 и так далее. Это все же последовательные, ну, там несколько в параллель, но основная, как говорится, скорость идет вот последовательно. Поэтому везде и всюду, товарищи, постоянно идет преобразование информации из последовательного в параллельный код или вид и наоборот. Вот. Читаете вы информацию с флешки последовательно, поэтому они долгое время были такие медленные, вот. Считали, внутри обработка, ну, как говорится, шина адреса, шина данных и так далее, это параллельная. Поэтому что надо? Вот мы с флешки считали 8 бит, 1 байт, 1 байт, значит, информации. И вот к восьмому такту у вас вот эти 8 бит, они как раз вот это от младшего до старшего разряда, соответственно, уже запомнились в этих регистрах, и у вас тут фактически параллельное представление информации. И в этот момент времени вы вот эти выходы, допустим, они к шине адреса, не, ну, к шине данных параллельных подключена, вы можете ее по, как говорится, одному фронту импульса записать вот в этот параллельный регистр и потом, соответственно, ну, обрабатывать, да, тот же процессор и так далее передавать. Поэтому и наоборот, вот вы посчитали, у вас результат какой-то, вот он в этом регистре, соответственно, в параллельном есть, а вам на флешку надо записать. Как вы это запишете, если у вас там один провод передачи или приема данных? Вот. Соответственно, делается наоборот. Вот сюда в данном случае, на эти входы, мы подаем информацию на эти все входы. И по входу C мы осуществляем что? Запись одновременно во все регистры. А потом, подавая тактовые эти импульсы, значит, если мы уже сюда не подаем, то, соответственно, на выходе параллельную преобразуем в последовательную. Вот. Поэтому вот эти сдвиговые регистры, это... Так, ну, товарищи, я уже время забрал, поэтому вы вынуждены отключаться. Ну, это понятно, да, уже на следующую лекцию выбачается, что опять так все затянулось. Но опять это связь теории и практики. Поэтому на сегодня все. Единственное, если Григорий Шмали есть, да, там просто... Если у вас нет накладок, то мы могли бы обсудить, да, вот ту работу, которую студенческую, вернее, школьную МАН, где вы научный руководитель. Поэтому где тут?
остался он или может быть накладка. Ну ладно, тогда я выйду с ним на связь дополнительно. Все, товарищи, на сегодня все. Спасибо за внимание. Значит, если есть вопросы, задавайте. Я еще некоторое время побуду. Вот. Ну, а так, на сегодня все. И готовимся завтра, соответственно, к контрольной работе. Спасибо, до свидания. Да, всего доброго. До свидания.